Но сегодня мы проводим мероприятие, посвященное Всероссийскому дню бега «Кросс-нации-2013». Еще у нас сегодня открывается велодорожка. Она одна из самых лучших в Уфе. Двухкилометровая круговая освещенная велодорожка, по которой мы сегодня и проводили наш забег. Участвовало у нас не менее 500 человек. У нас каждый день спортивной подготовки в кадетском корпусе. А так мы решили сюда прийти, потому что нас пригласили, потому что мы хорошие соперники. Как пробежали? Нормально, понравилось. Первое, второе, третье место. Вообще не знали, где финиш. Бегали все как могли. Как прибежали, финиш уже, оказывается, было. А мы дальше бежали. Мы второй забег обгоняли первый. Но все равно мы всех порвали. Мы оказались лучшими, это точно. Все места наши. Получить удовольствие сегодня, пробежать здоровый образ жизни, это некоторый маленький толчок для того, чтобы они дальше самостоятельно могли заниматься физкультурой и спортом.